Закончился первый раунд. Красно-белый проект кандидат мастера спорта Наталья Богданова, город Петропавловск, Республика Казахстан. 1999 года рождения, боксом занимается 4 года. Наталья призерка чемпионата Казахстана. Тренируется под руководством тренера Дастана Карденова. Закончился второй раунд. Всесоюзный проект Мадина Мушаева, Казахстан. 1995 года рождения, боксом Мадина занимается 9 лет, еще баян не ведет. Чемпионка Азии 2017 года, 4-кратная чемпионка Республики Казахстан. Тренируется под руководством Шамиля Сафиуллина. Уважаемые зрители, позвольте представить вам почетного гостя нашего турнира, заслуженного мастера спорта Советского Союза, чемпиона Советского Союза, призера чемпионата Европы, чемпион мира, победитель игр доброй воли Андрей Курнятко. И его личный тренер, заслуженный тренер Советского Союза Дашлама Михаил Федорович, мастер спорта Советского Союза.
Для награждения подготовлена спортсменка весовой категории 63 килограмма. В этом бою с счетом 3-2 победу одержала спортсменка красного угла Наталья Богданова.